Ты здесь еще? Я гвоздь бил. А. Сколько? Как обещал. 200? Ну. Спасибо. На здоровье, Сереж. Как у тебя дела? Да так. Не, брат, был? Да не, вчера, да не был я у вас. Здравствуйте. Что такое стучал, стучал? Не знаю, Сереж. А я не вышел. Я ж тебе всегда звоню. Я заложил и все. Я ж тебе всегда звоню. Ну все. Ты такой был, не знаю. Ну правильно, не вышел и не надо. Пусть едут дальше. А ты, Егорь, путь ко мне нашел, да? Да все уже, ты же отказался, уже отдали его в другое место. Куда? Ну, в добрые руки. Если надумаешь, сделай. Да как надумаешь? Я надумал, ты перехотел. Теперь уже все, не будем делать. А не будешь? Не, не могу. Ну, собачки нету, все, ушла она в другое место. Ты же отказался. Щенок, да? Щенок спаниель. Ну, большой, ну? Да нет. Вот такой-то? Меньше. Меньше вам? Сколько ему? Не знаю. Работа? Нет, наверное, месяц или два. А, ну, так не надо. Не надо таких? Нет. Ты хотел сразу большую? Их кормить надо, Сереж, мясом. Мясом, что Сереж. Не загорелось. А. Да она не загорится. Дождь идет. Черного. Можно взять? Да, как хочешь. Почему же нет? Лупани. Бед, да. Ты еще стаканчик хочешь бахнуть? Я сейчас все возьму. Нельзя взять? Почему нельзя? Можно, я просто узнал у тебя, поинтересовался. Центральный я должен, отдай. Почти две штуки. Да ты что? Да. Ого. Не, Сань, брат, когда? Отдай. А как я отдам? Пока нету. Не, как будет. Ну, возможность будет, отдадим. Отдай, а? А что ты так понабрал там? А то мы не доживем. Что так понабрал? В Ютубе всем привет. Передаю. Кто ходит в этом? Телеграм. Телеграм. Инстаграм. Инстаграм. Конечно. Везде, Серёнь. Всем странам большой привет от станицы Преображенской. Подписчики, смотрите. Всем добра. К вам. И в кого-то приезжал? Да. Подписчик наш с Курска. Он мне давал 200 рублей. Я знаю, он мне говорил. Да. И Олегу давал. И тебя увидел. И Владимир Иванович бородой, подкинул. Да, да, совершенно верно. Ну, что, я... Игорек, по-моему, да. Я буду да, тебя обманывать, да, да, что? Зачем это мне надо? Я верю, Сереж. Он это топливо, да, топливо, да, топливо поливает. Топливо, да? По просьбе, серый, по твоей. Топливо подливает. Без топлива не может. Сколько ты пьешь стаканов в день кофе? Я чай пью стаканов 10. В день? Да. Или за раз? За раз 10. Ого. Ну а что же, смотреть на них что ли? Разбавил? Сахар подбавил? Есть. А, спасибо. Здорово, бля. Давай, Серёнь, твое здоровье. Привет, Антон. И твое здоровье. Давай, давай, Серый. Опа. Ты же бурген большим был? Нет. Да. Да нет. Да. Сейчас из команды меня шипанул. Блин, Джет, ты сейчас. А ты что, с бургеном любишь? Быстро, что делаешь? Серый. А ты вылажишь? А Люда откуда знает? Подавай шурму там. Ну, тоже смотрит, наверное. А? Смотрит, наверное, тоже. А ты? А где ты, Володь, потерял? Да там, у Норы. Кофе пьет. Сказал, не пойду. А ты кофе не выпил? Я уже пил. Что, конечно. Не хватает одного стаканчика. Игорек, что я тебе дам? Деньги сколько? Ох, ё-моё. Да. Там... Михаил Михайлович. Касса здесь, шурму, Сереж. Одну. Там 10. Я тебя обмануть не буду. Хорошо, ожидай. Игорь делает? С сыром в лаваше. С сыром? Можно. И пакетик. Хорошо. Можно? Как там мама, Сереж? Мне ничего лучше стало.
Получше? Да, ходит. Ну дай бог, привет передавай. А чё не бритый? Станка нету? А чё бритый? Чем бреешься, станком? Нет. Бритвой? Опасной бритвой. Ух ты. Такая широкая бритва. Я и всё. На мыле А чё не бреешь? А ты? Да чё, не видишь-то? Нет. Не надо, не трогай, что не видишь? А? Чего ты не видишь, что нету? Нету. Не такая, как у тебя, Серёнь. Не такая, как у тебя, Серёнь. Ты уже, наверное, неделю две не брился. Здрасте. Серый, не такая, как у тебя. Ты прям под зарос капитально. Тебе надо еще в парикмахерскую. Зачем? Ну, чтоб снесли. Снесли, Серый. Кого снесли? Волосы. Подмолодиться надо, Серый. Не надо. А ты туфли такая серая? Да ничего, я ж по асфальтику, Серый. Я ж по асфальтику, Серый. А по какому асфальтику? Ну по какому? По асфальтику, да по плиточке, по тротуарной. Ну ты курить взял? Здоров. Да взял. Привет. Че, тебя угостить? А какие ты взял? Такие всегда беру. А, ты черный берешь. Ты крутой. А что, нельзя? Почему это нельзя? Серег, ты крутой? Бери, пожалуйста. Нет, ты крутой. Тебе шурму взять? Не надо мне ничем брать. Ожидай сейчас. Давай шурму тебе возьму, Серег. Ну надо. Да пусть возьмет маме, что ты отнесешь.